Здравствуйте, меня зовут Дерек Уокер, я пастор библейской церкви Оксфорда. И сегодня мы продолжаем серию проповедей о храмах Божьих. Эта тема очень хорошо представлена по всей Библии, потому что храм ⁇ это место обитания Бога и его общения с Его людьми. Там Он проявляет себя и свою славу, и там Его люди поклоняются Ему. Сегодня мы сфокусируемся на небесном городе Новом и Иерусалиме. Это место вечного обитания Бога с Его людьми. Оригинальный, совершенный и вечный храм Божий находится на небесах. Его называют Небесный Храм гора Сион, Небесный и Иерусалим, и Адам. Эти слова говорят нам о том, что это гора храма и город Сад. Это назначенное вечное место обитания для искупленного человека в присутствии Бога. Проживание именно в этом городе искал Авраам. Об этом сказано в послании к евреям, 11 главе, с 8 по 10 стих. Веруем, Авраам повиновался призванием идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою, обитал он на земле, обетованной как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, с наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель, Бог, вот за какое обещание держался Авраам, обещание о вечном городе, где он будет жить с вечным. Бог открыл ему это. А в 13 стихе сказано, «Все сии, то есть ветхозаветные святые, умерли в вере, не получив обетований». О небесном городе. Потому что после смерти они не пошли на небо. Потому что рождение свыше еще не было доступно, так как Христос еще не умер и не воскрес, чтобы утвердить новый завет. Так вот, все они умерли в вере, не получив обетований, а только издали, видели оны и, и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Они верили в это обещание, и оно определило их жизнь. Ибо те, которые так говорят, Показывают, что они ищут Отечество на небесах. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то и имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя, их Богом, ибо Он приготовил им город. То есть этот небесный город уже существовал, и все патриархи надеялись попасть туда. А в конце 11 главы сказано, «И все сии свидетельствованные в вере не получили обещанного». То есть после смерти они не попали в небесный город, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас, верующих, Нового Завета. Поскольку мы рождены свыше, то после смерти мы можем отправиться на небо. Но они так не могли, Давайте прочитаем это еще раз. «Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства, то есть не без верующих Нового Завета». Итак, через смерть и воскресение Христа в Новом Завете мы можем родиться свыше, то есть наш Дух становится совершенным. Именно об этом здесь и сказано. Ветхозаветные святые не стали совершенными без нас. Это означает, что их духи не были рождены свыше, пока не пришло время Нового Завета. Им нужно было ждать, пока Христос установит Новый Завет, чтобы они могли родиться свыше и пойти на небо. «Умер нищий и отнесен был ангелами на лона Авраамова». Это было место для верующих в аду под названием рай. «Умер и богач, и похоронили его. И в аде, в невидимом месте под землей, куда отправляются души мертвых, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. Поскольку неверующий в аду мог видеть верующих, это доказывает, что верующие, включая Авраама, были не на небесах, а в другом, лучшем отделении в аду. Итак, ветхозаветные святые не получили обещанные небеса, когда умерли, потому что они еще не были рожденными свыше гражданами небес, а Иисус сказал, что невозможно войти в Царство Божие и увидеть с небеса, пока вы не родитесь свыше. Он сказал это Никодиму. Истина, и истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. То есть вам нужно родиться свыше, чтобы войти в Царство Божие и пойти на небо. А это не было доступно, пока не пришел Христос. И далее Иисус подтверждает это. На тот момент еще никто никогда не рождался свыше, а значит, никто не поднимался на небо. Поэтому Иисус и говорит, никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. То есть до того, как рождение свыше стало доступным, никто не поднимался на небо. Затем Иисус описывает, как можно будет родиться свыше после его смерти и воскресения. Он говорит об этом в 14 стихе. «И как Моисей вознес змею в пустыню, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Видите, вам нужно верить, что Иисус — Сын Божий который пришел с небес, взял ваши грехи на крест. Вот что символизировал медный змей. Медь — это символ греха, который был возложен на Иисуса. Он понес осуждение вашего греха на кресте. Когда вы верите в Него и в то, что Он сделал это для вас, Он спасает вас и дает вам вечную жизнь. Тут сказано, что вы не погибнете, но будете иметь вечную жизнь. Слава Богу! И теперь в Новом Завете каждый, кто рожден свыше, рожден в Царство Божие и является гражданином Царства Божьего и Небес, поэтому они отправляются на небо после смерти. Наше же жительство на небесах. В Евангелии от Матфея Иисус говорит, «Истинно говорю вам, из рожденных женами не выставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его». Удивительное заявление. Иисус говорит, что Иоанн Креститель был самым великим из всех ветхозаветных святых, но при этом он еще не был в Царстве Небесном. Он не был гражданином Царства Небесного в то время, потому что он не был рожден свыше. И любой, кто рожден в Царство Небесное в Новом Завете, больше Иоанна из Ветхого Завета. Но благодаря своей смерти и воскресению Иисус сделал возможным наше рождение свыше и небесное гражданство. Он открыл для нас путь на небо. И поскольку наш дух стал совершенным через новое рождение, когда мы покидаем свое тело, наше тело не может идти на небо, потому что оно испорчено. Но наш дух совершенный после смерти, мы можем идти на небо. Первое послание Петра говорит об этом в первой главе, 3 и 4 стихи. Благословен Бог! и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас. Слава Богу! То есть, благодаря воскресению Христа, нам стало доступно рождение свыше и теперь, мы можем получить наше вечное наследие. И по благодати наш возрожденный дух может пойти на небо. В каком-то смысле наш дух уже на небесах во Христе. И послание Ефесянам 2 глава описывает наше новое рождение через воскресение Христа. С 4 по 6 стих говорится «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, духовно мертвых, по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью выспасены, и воскресил наш дух с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Слава Богу! Итак, место нашего духа на небесах. Но, слава Богу, Иисус не оставил ветхозаветных верующих в аду после Своей смерти и воскресения. Он пошел в ад и проповедовал там Евангелие всем тем, кто был в райском отделении. Первое послание Петра, 4 глава, 6 стих говорит об этом. «Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они подвергшись суду по человеку, плотью, то есть они умерли и отправились в ад. Но потом он проповедовал им, чтобы они жили по Богу, духом. Иисус проповедовал им Евангелие. Он сказал: «Послушайте, я умер за ваши грехи и воскрес. Если вы примете меня как своего Господа, вы родитесь свыше и будете жить по Богу Духом. И они прямо там переродились. Их духи стали живыми для Бога и совершенными. И так они стали готовыми, чтобы отправиться на небо. И когда Иисус вознесся на небо, то забрал всех ветхозаветных святых с собою, об этом сказано в послании к Ефесянам, 4 глава с 8 по 10 стих об этом как раз и повествует. «Вошед на высоту, Иисус пленил плен и дал дары человекам» а вошел, что означает как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места Земли, в ад. Не нешедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. Тут сказано, что Он пленил плен, то есть Он взял тех верующих, которые были в аду, и забрал их вместе с собой на небеса, и теперь они на небесах. И в послании к евреям мы видим, что все эти ветхозаветные святые уже на небесах. 12 глава, повествуют об этом, посему и им мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, речь идет о ветхозаветных святых из 11 главы послания к евреям. А теперь они над нами и смотрят на нас, болея за нас небес, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Итак, ясно видно, что эти Ветхозаветные святые теперь на небе. Но вы приступили к горе Сион и к ограду Бога Живого, к Небесному Иерусалиму. Заметьте, что небеса описаны как гора. Тут сказано, что мы пришли к этому городу. То есть мы, члены церкви и граждане этого небесного города. О том, что это гора, мы поговорим позже. Далее написано, кто находится в этом городе. Вы приступили к цимам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах и к Судье всех, Богу, то есть это место обитания Бога, и к Духам праведников, достигших совершенства, это ветхозаветные верующие, и к ходатую Нового Завета, Иисусу, и крови кропления, говорящую лучше, нежели Авельевым Фразы Духи праведников, достигших совершенства, говорит о ветхозаветных святых, а церковь упоминается отдельно. А эти духи были оправданы верой, потому что они названы праведниками. Они оправдались с верой в Мессию, как и Авраам, но их духи еще не стали совершенными через новое рождение. Как вы помните, в 11 главе 40 стихе сказано, «И все сии...» не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел, дабы они не без нас достигли совершенства. Их духи могли стать совершенными только через новое рождение во Христе, после того, как Он воскрес из мертвых и утвердил Новый Завет. И в 12 главе мы видим, что сейчас Христос уже воскрес из мертвых. Их духи уже стали совершенными, и теперь они на небе и названы духами праведников. А в 28 стихе говорится, Итак, мы приемлем царство непоколебимое, вечное царство. Будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. В послании к евреям, 13 главе, 14 стихе, тоже упоминается этот город и то, что мы должны быть такими, как Авраам, Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего города. Мы, граждане небесного города, и как и Авраам, мы просто странники на этой земле, которые свидетельствуют и с надеждой ожидают небесного города. Перед своей смертью Иисус пообещал, что верующие в Него смогут пойти на небо и жить там с Ним вечным. Он сказал, что после смерти вернется к Своему Отцу на небо. Об этом сказано в Евангелии от Иоанна 14 главе. «Да не смущается сердце вашим. Веруйте в Бога и в Меня, веруйте». В доме Отца Моего — это еще одно название небесного города, то есть место жительства Бога небеса, и Иисус обещает пойти туда после воскресения. Так вот, Он говорит, что там обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду на небо приготовить место вам там, на небе. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я, на небесах там, где я живу. Иисус обещает приготовить путь, чтобы мы могли жить с Ним вечно в этом небесном городе. А куда я иду? Вы знаете, потому что в это верил еще Авраам. И путь знаете. Он сказал так, потому что он и есть путь. Фома сказал ему, Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь в Небесный Дом Отца. А Иисус сказал Ему в ответ Я естьм путь на небо и истинная, духовная реальность и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Иными словами, путь к Отцу, который обитает на небе, Он путь в новый Иерусалим. И Он откроет для нас новый и живой путь в город небесный, чтобы мы могли жить там, вечным. Он сделает это через Свою смерть, воскресение и вознесение. Он, как наш представитель, возьмет Свою кровь и принесет ее во святое святых на небесах, чтобы открыть этот путь и чтобы мы через Иисуса тоже могли войти в небеса, в Его крови и в Его праведности в условиях Нового Завета. Послание к евреям — это следующее местописание, которое нам надлежит разобрать сегодня. 9 глава, 12 стих. Тут сказано, «И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел в святилище на небесах и приобрел вечное искупление. Иисус проложил этот путь самим собою в небесное святое святых. И теперь, через кровь Иисуса, мы имеем доступ на небеса. Как сказано в 10 главе 19 стихе, Итак, братья, имея дерзновение, уверенность в крови Иисуса и в то, что Он сделал, входить в святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам, то есть в духе... Когда мы молимся, мы можем приходить к Божьему престолу, а когда мы умрем, наш дух пойдет на небо. Этот доступ на небо по новому и живому пути есть только в Новом Завете. И если мы приняли Его как нашего Господа и Спасителя, то Он не только наш путь, но и наша жизнь, потому что через новое рождение Он оживляет Наш дух путем единения с Его жизнью и воскресением. И это дает нам возможность идти на небо. Потому что теперь наш дух спасен. Теперь наш дух совершенен и в нем может жить Святой Дух. И после смерти наш Дух отправляется на небо. Все это не было доступно до Его воскресения. Именно поэтому в 12 стихе Иисус говорит, «Истина, истина говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду, то есть мы сможем исцелять, освобождать и учить так же, как это делал Иисус. Но затем Он добавляет, что мы сможем делать еще больше, благодаря тому, что Он установит Новый Завет и уйдет к Отцу, мы сможем делать еще более великие дела, под более великими делами. Подразумевается приведение людей к рождению свыше, потому что до креста даже Иисус не мог этого делать, потому что новое рождение еще не было доступно тогда. Поэтому в Его служении люди не рождались свыше. Помочь кому-то родиться свыше, стать ребенком Божьим, гражданином небес, наследником вечной жизни, вот это и есть большее чудо, чем любое исцеление или избавление. Именно эти великие дела имел в виду Иисус в Евангелии от Иоанна, в 4 главе, 12 стихе. Итак, мы с вами изучаем небесный храм, где обитает Бог, потому что все остальные храмы были созданы по Его подобию, включая и нас, верующих, потому что мы тоже призваны быть храмами живого Бога. Поэтому, Изучая небесный храм, мы больше узнаем о том, кто мы. Мы — храм Божий, каждый в отдельности и все вместе. Как церковь или тело Христа, мы являемся храмом Божьим, святым местом, где Бог обитает своим духом. Классическое местописание на эту тему — это первое послание Коринфянам, 3 глава, 16 стих. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм — а вы. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм, живущего в вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценой. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые — суть Божья. Какая совместность храма Божия с идолами! Ибо вы — храм Бога Живого, как сказал Бог, «Вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». А послание к нам провозглашает, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагая стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Мы Храм Божий. Вот почему мы изучаем эту тему, чтобы знать, кто мы на самом деле. Во многих местах Писания сказано, что земные храмы были созданы по небесному плану или проекту. Иисус учил нас молиться «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Иными словами, Бог желает сделать из земли небо, а это означает, что его земные храмы должны быть такими, как его небесный храм. И это исполнится, когда Новый Иерусалим спустится с небес на землю и останется тут навсегда. Небеса и земля сойдутся вместе, и Бог будет вечно обитать с людьми. И в исходе говорится, «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них, все сделайте, как я показываю тебе, и образец скини и образец всех сосудов ее, так и сделайте. Смотри, сделай их по тому образцу, который показан тебе на горе». Иными словами, когда люди начали строить Скинию, они знали, что она должна быть с копией небесного храма в соответствии с принципом «как на небе, так и на земле». Поэтому в Исходе говорится «поставь Скинию по образцу, который показан тебе на горе» как показано тебе на горе, так пусть и сделают, а в числах говорится, по образу, который показал Господь Моисею, он сделал светильник. Это 8 глава, 4 стих. То есть все было сделано по небесному образцу. И Бог делает это, чтобы научить нас. Когда началось строительство храма Соломона, Бог сверхъестественно показал свой план Давиду, а тот уже передал его Соломону. Первая книга Паралипоменон, 28 глава, 11 и 12 стихи говорят нам, и отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его, и кладовых его, и горниц его и внутренних покоев его, и дома для ковчега, и чертеж всего, что было у него на душе, дворов дома Господня и всех комнат кругом, сокровищниц дома Божия. Все, как говорил Давид, как он вразумил меня на все дела постройки. А в следующий раз мы поговорим о том, что в Новом Завете ясно сказано, что проектом или планом земного храма был храм небесный. Чтобы земной храм стал копией храма небесного, и в следующий раз я расскажу вам, как выглядит этот небесный храм и что все это означает для нас с вами. Будьте благословенны.